Студенты университета Орда не могут получить дипломы. В начале июля Министерство образования лишило высшее учебное заведение лицензии. 4 года мы учились в этом университете. Прежде чем мы сюда поступили, нам сказали, что университет прошел аккредитацию на 5 лет, что никто не может лишить его лицензии. А теперь вот такая новость. Нам никто ничего объяснить не может. Получим мы дипломы или нет? Прошло 3 месяца, а нам никто ничего не может объяснить. У меня дочь хочет получить свой диплом. Она же честно училась. Поэтому мы пришли сегодня за объяснениями. Инвалид 2-й группы Дильфуза Сайдазимова говорит, что получить диплом – полбеды. Женщина уверяет, ее сын поступил в университет, а после сотрудники вуза потеряли документы и отчислили его. Она жалуется, что потеряла деньги. У вашего ребенка нет документов, вас отчислили. Это значит, мы виноваты, если они потеряли документы. А как я приехала, сразу нашлись документы. А они говорят, что зачислить не можем, база закрыта. Руководители вуза поспешили оправдаться, мол, половина выпускников свои дипломы уже получили. Теперь работают над тем, чтобы и остальным выдать документы о высшем образовании. Лицензия университета была приостановлена. Шли определенные судебные разбирательства. И в связи с этим университет как бы надеялся, что судебные решения будут в пользу университета, но этот вопрос был решен не в нашу пользу, поэтому университет начал выдавать. Как только мы получили отрицательное решение суда, мы сразу начали вести переговоры. Правда, студенты, которые не могут трудоустроиться из-за отсутствия диплома, отнеслись к обещаниям скептически. Говорят, ждут своих документов уже 3 месяца.